Доброе утро, меня зовут Дмитрий Воинков. На этой неделе мы рассказываем о системах увлажнения и очистки воздуха. И сегодня мы поговорим про паровые и ультразвуковые увлажнители. Принцип паровых увлажнителей прост. Нагреваем воду, получаем пар. Эти варианты прекрасны тем, что они быстро увлажняют помещение, но имеют и недостаток. Пар выходит достаточно горячий. Поэтому это небезопасно, если у вас есть маленькие дети. Также такие увлажнители могут нанести вред вашему паркету или мебели. Сейчас появилась инновация – ультразвуковые увлажнители. Здесь вода превращается в пар при помощи ультразвука. В этом случае он выходит холодный и, соответственно, абсолютно безопасный. Существуют модели, в которых реализованы оба варианта. В этом случае вы сами можете выбрать необходимый режим. Независимо от того, какая у вас модель, вам в любом случае понадобится вода. Производители рекомендуют использовать дистиллированную воду, но мы можем сказать, что ее легко можно залить даже из-под крана. Так как вода используется активно, вам придется хотя бы раз в день ее заливать. При самом мощном режиме ее можно израсходовать даже за ночь. Но не стоит беспокоиться, что ваш прибор останется без воды. Все современные модели оснащены функцией автоматического отключения, если вода закончилась. Еще рекомендация. Хорошо, когда модель оснащена специальным фильтром, который препятствует отложению накипи на элементах прибора. Если вам нужно увлажнить помещение быстро, создать влажность более 60% и вас не беспокоит расходы на электроэнергию, вам подойдет паровой увлажнитель. Для маленьких помещений отлично подходит ультразвуковой.